Здравствуйте, меня зовут Наталья Лисянская, и сегодня я хочу познакомить вас с практикой «Чакровое дыхание». Данная практика способствует правильной настройке всех энергетических центров, способствует наработке энергии и освобождению центров от всего того, что их блокирует. Ну что ж, приступим к практике. Сядьте так, как вам удобнее. Спина прямая. Сделайте глубокий вдох и выдох. Опустите свое внимание в первый центр, в область промежности. Сделайте вдох и на выдохе представьте вертикальную воронку алого цвета, входящую в вас. Сейчас вы будете дышать, представляя, как на вдохе вас наполняет энергия жизни и всего того, что дает вам Земля. На каждом вдохе вы вдыхаете в себя силу, которую вам дает ваш род. А на выдохе вы даете возможность этой энергии распределиться по всему вашему телу. Дышите, вдыхая силу энергии жизни, силу энергии Земли, силу энергии своего рода. И на каждом вдохе давайте этой энергии распределиться. Сделайте глубокий вдох и выдох. Переместите свое внимание во второй центр. Два пальца вот ниже пупка. Сделайте вдох и на выдохе представьте горизонтальную воронку оранжевого цвета. Сейчас вы будете дышать, представляя, как на вдохе во втором центре формируется шар оранжевой энергии, которое на выдохе вы потоком отдаете мужчине и миру. На выдохе вы отдаете удовольствие, расслабление и энергию. Дышите на каждом вдохе, формируя шар оранжевого цвета, шар оранжевой энергии. И на выдохе потоком отдаваете этот шар мужчине и миру. Переместите свое внимание в третий центр, два пальца выше пупка. Сделайте вдох и на выдохе представьте горизонтальную воронку золотисто-желтого цвета. Сейчас вы будете дышать, представляя, как на вдохе вы получаете все деньги и подарки мира и мужчины.
а на выдохе вы посылаете миру и мужчине благодарность и почтение. Итак, на вдохе вы получаете все подарки и деньги мира, а на выдохе вы посылаете миру и мужчине благодарность и почтение. Сделайте глубокий вдох и выдох и переместите свое внимание в четвертый центр, который расположен в центре груди, параллельно сердцу. Сделайте вдох и на выдохе представьте горизонтальную воронку изумрудного цвета. Сейчас вы будете дышать, представляя, как на вдохе в четвертом центре формируется шар изумрудной энергии, который на выдохе вы потоком посылаете мужчине и миру. На выдохе вы отдаете любовь и радость. Итак, на вдохе вы формируете шар изумрудной энергии, которую на выдохе вы потоком посылаете мужчине и миру. Выдох. Переместите свое внимание в пятый центр, область горла. Сделайте вдох и на выдохе представьте горизонтальную воронку бирюзового цвета. Сейчас вы будете дышать, представляя, как на вдохе вы берете все признание мира, решение мужчины. Вы притягиваете к себе мужской аспект мира и уважения к мужчинам, и на выдохе повторяя про себя слова «Ты мужчина, ты ведешь, я женщина, я иду за тобой». Сделайте глубокий вдох и выдох. Переместите свое внимание в шестой центр, который расположен в области третьего глаза. Сделайте вдох и на выдохе представьте горизонтальную воронку синего цвета. Сейчас вы будете дышать, представляя, как на выдохе отдаете все знания
все свое видение миру и мужчинам. Сделайте глубокий вдох и выдох. Переместите свое внимание в седьмой центр, который находится на макушке. Сделайте вдох и на выдохе представьте вертикальную фиолетовую воронку, входящую в вашу макушку. Энергия этой воронки наполняет вас божественной энергией и мудростью. На выдохе вы даете возможность этой энергии распределиться по всему вашему телу и спуститься вниз. Просто дышите, ощущая свое тело и чувствуя потоки энергии. Делайте глубокий вдох и выдох. Побудьте некоторое время наедине с собой, почувствуйте свое тело. Ощутите каждую клеточку своего тела, насладитесь им. С вами была Наталья Лисянская. Я желаю вам счастья. Увидимся на моем канале.